1 февраля 2021 года нельзя будет выразить свое мнение в социальных сетях, если в нем есть мат. И это только один из пунктов. Закон предписывает администрации соцсетей самим блокировать посты с незаконным контентом. Туда входят и данные об изготовлении и использовании наркотиков, и даже реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Касается закон и информации об оскорблении органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам. А вот про санкции для тех, кто удалять такие посты откажется, информации нет. С февраля пройдет индексация соцвыплат, пособий и компенсаций. Традиционно правительство определяет процесс индексации в январе на основе процента инфляции. Изменится сумма выплат ветеранам боевых действий, людям, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, инвалидам, семьям с детьми, героям СССР и России, героям труда и другим. Увеличится и размер денежного эквивалента набора социальных услуг. Его можно получить как в денежном, так и в натуральном виде. Если говорить о натуральной форме, то в составе набора социальных услуг находятся такие услуги, как предоставление бесплатных медицинских препаратов, предоставление возможности бесплатного санаторно-курортного лечения, также предоставление возможности бесплатного проезда на транспорте пригородном железнодорожном к месту лечения и обратно. Денежный эквивалент набора социальных услуг с 1 февраля 2021 года составит 1211 рублей. Выплаты и пособия проиндексируются на 4,9%. Формально он пока не утвержден, но по сообщениям СМИ это бюрократическая формальность. В новом месяце будет сложнее изменить и конструкцию транспортного средства. Теперь необходимые для выдачи разрешения документы должны быть зарегистрированы в специальных реестрах. Речь о заключении предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства и протоколе проверки. Другие важные изменения, которые ждут всех в феврале, это специальные стандарты к восстановленному молоку, порядок вступления в силу нормативных актов будет либо с 1 марта, либо с 1 сентября, а также изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека для индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальные налоговые режимы. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».